Издательство францисканцев представляет свои книги. Книга об удивительной святой Хильдегарде Бингенской. Святая, которая была официально канонизирована церковью только в 2012 году, хотя почиталась таковой все 900 лет с ее смерти. Святая, которая всю жизнь страдала тяжелейшими болезнями, но при этом повлияла на церковь и на мир своего времени, как никто другой. Святая, которая почти не покидала мест своей жизни и рождения, но при этом из видений, знавшая о строении мира лучше, чем тогдашние ученые. Богослов и мистик. Смиреннейшая раба Божия и политик. Маленькая монахиня и великий человек. Долгожданное издание второй части книги Папы Бенедикта XVI на русском языке. Это трилогия, наполненная множеством замечательных ссылок на богословские труды, литературу, современности и прошлого. Этот том охватывает период от хода в Иерусалим до воскресения. Он вызвал множество вопросов у современных богословов, политиков, историков. Папа отвечает на них блестяще не только в самой этой книге, но и в последующем третьем томе, которого еще нет, но мы надеемся, что скоро увидим. А вторая часть уже представлена на нынешней выставке. Ян Твардовский. «Семь детям Божьим». Неизвестно, что в этой книге интересно. Мудрый текст или красивые картинки. Думаю, правильнее будет приобрести книжку и решить это самим, с детьми. Но, если честно, мне больше нравятся картинки. Ждем вас на международной ярмарке Non-Fiction с 26 по 30 ноября.